Очередное заседание Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района прошло в АО «Хеливерт» в Томилине. Крупное предприятие выпускает гражданские вертолеты. В ходе встречи ее участники познакомились с тем, как устроено производство, а также обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса округа. Рассказать о своих достижениях и последних разработках – это всегда приятно и поддерживает деловые связи. На этот раз заседание люберецких промышленников и предпринимателей прошло на территории производственного комплекса, выпускающего гражданские вертолеты. Предприятие «Хеливерт» гостеприимно приняло представителей бизнеса и администрации округа. Перед заседанием для всех провели экскурсию. В своем сегменте на сегодняшний день это лучший вертолет в мире – 6,87 тонн. Значит, до 15 пассажиров. Значит, сам вертолет представляет собой некий такой кооператор, скажем так, конструктор. Мы получаем больше 7000 единиц, значит, комплектующих изделий. И как на наших отечественных серийных заводах, соответственно, делаем уже сборку этой машины. После экскурсии официальная часть, во время которой обсудили технологии развития промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса. Мы тоже внедряем элементы бережливого производства уже около 10 лет. Мы тоже можем похвастаться тем, что являемся здесь в какой-то степени проводниками этой идеи в нашем Люберецком районе. Глава Люберец Владимир Ружицкий посетил заседание Союза промышленников и предпринимателей, чтобы рассказать об изменениях в административной структуре после преобразования Люберецкого района в городской округ. Будет глава. Будут заместители, будут начальники управлений, начальники отделов и структура. Но ни жители, ни предприниматели, ни союз промышленников, они должны не почувствовать, не заметить, что что-то где-то там изменилось. Потому что, по большому счету, реформировалась сама вот эта местная власть, сами муниципалитеты. И она должна стать не хуже. Подобные встречи на территории предприятий Люберецкого округа планируется сделать традиционными с целью обмена опытом организации и управления производством и бизнесом. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.